Сегодня на площади возле городского дворца культуры была организована выставка технического творчества. Вниманию хартизян были представлены совместные проекты, изобретения, разработки студентов и преподавателей технических учебных заведений Большого Харциска. Инициатором выставки технического творчества выступил Харцизский профильный лицей. Его руководство решило привлечь к мероприятию коллег из Зуевского энергетического техникума, Зугрецкого профессионального лицея, Харцизской станции юных техников и Харцизского технологического техникума. Коллеги с удовольствием откликнулись на приглашение и принесли на выставку все самое интересное. Первое, что мы сделали, это бытовую мельницу. Потом сделали автоклав. Автоклав дает возможность изготавливать консервы с температурой до 120 градусов. Дальше мы сделали многофункциональный токарный станок по дереву, который при небольших перенастройках может точить, строгать и резать. Кроме всего прочего, профессиональный лицей представил также клеть прокатного стана и автопресс для запрессовки сайлент-блоков и поршневых колец. Под моим руководством ребята все делают, вы можете сами убедиться. У нас сохранилась материальная база, токарный цех, где стоят фрезерные, токарные, строльные, сверлильные станки, сохранился. И мы можем не только обучать учащихся, но и делать много продукции. Харцизский технологический техникум наглядно продемонстрировал, как работает тележка сварочного автомата. Мы представляем два макета. Это велосипедная сварочная тележка и правильные вальцы, а также сварочные поделки. Это сварочные. И еще представляем механиков, там конвейер. Еще один участник выставки технического творчества – станция юных техников. Конечно, особый интерес у посетителей экспозиции вызвала необычная машина «Багги» и крупные модели кораблей. Представлены модели военных кораблей и модель гражданского судна. Они и прямоходы, то есть это опустил, и они сами плывут. А большая модель – это радиоуправляемая модель военного корабля. Делаются они, ну, в течение, в общем, полугода маленькую модель можно будет сделать. Это еще зависит от того, как ребенок, ну, способности. Завтра городской юнтех отправится на республиканские соревнования по судомодельному спорту. В военно-морских маневрах примут участие и 8 моделей кораблей, собранных в Харцизске.